Да, это я. А вы, собственно, по какому поводу? Куриза? Не произносите в моем присутствии этого имени. Куриза, жалкий подонок. Ваши шуточки, сеньор, здесь абсолютно неуместны. Что сказал? Вы напоминаете одного из моих учеников. Как же его звали? А, Лопес Тарачи. Ну, что вам сказать? На нас... Признаться, я сомневаюсь, что вы поймете. Да, я вас слушаю. Разумеется, слышал. Только не понимаю, зачем она вам? Или это Куризо вас направил? Так ведь? Тогда другое дело. Хорошо, сеньор. Вчера мне пришло письмо от дочери. Она пишет нечасто. Я одно время вообще подумал, что она обо мне позабыла. Ну, неважно. А суть в том, что я это письмо... К вашему сведению, молодой человек... Будь по-вашему. Когда я дошел до середины письма, ума не приложу. Сердечное спасибо, сеньор. Знаешь, Майерс, я тут подумал, а завали-ка ты этих подонков к чертям собачьим. Ты же видишь, как они над людьми издеваются. Это будет доброе дело, да и мирное население станет к тебе лучше относиться. Давай, Майерс, эта группка дилетантов против тебя ничто. Братва, враги! Пацаны! Куси-ка этого, терпила!
Не мешайте, сеньор. Привет, чужестранец. Вижу, что издалека сюда прибыл. Я не угадываю. Правильно, в моих словах сомневаться нельзя. Эй, молодой человек! Правильно, потому что я знаю в этом толк. Хорошо, доверься мне. К бабуле моей! Ну, поговори с ней, раз пришел. Я здесь, между прочим, за безопасность. Надеюсь, ты еще помнишь, что давать деньги моему другу не стоит. Спрашивай. Конечно. Те самые, которые лежат на дне. Да, возле острова Немедат. Рыбаки говорят, что они часто рвали там сеть. Совсем неподалеку. Нашел, кому задавать подобные вопросы. Откуда же старый дед? Ну ты, гринго наш, не буду тебя. Знахарь не может с тобой говорить, потому тебя выслушаю я. В последнее время к нам приходит очень много людей. Наш мастер всегда в форме, просто у него заканчиваются силы. Знахарь не берет денег. Он может очень многое. Ему не нужны деньги. Что за глупые предположения? Уходи, Грин. Вернулся? Ступай в город. Наша цель... Буэнос диас, амиго. Это всего лишь проверка. Ступай к знахарю, он наверняка уже ждет тебя. Ступай к знахарю, он наверняка уже... Ступай к... Ступай к знахарю, он наверняка...
Здравствую и духовно развиваюсь, сынок. Погоди, то есть ты пришел ко мне, не зная, кто я так? Ту, из-за которой я не мог принять тебя раньше. Это моя работа. Я не шаман. Но понимаю, доктора снова берут много денег. Замечательно. Да, приходи позже. Знахарь не может с тобой. Thank you.
Ну что же я... Я так... Большое вам спасибо. Покупаем Дона и Стывана досрочно. Как знать... Сынок... За ядом? Держи.